Далее предлагаем вашему вниманию рубрику «Гражданская защита». Здравствуйте, уважаемые жители города и района. Тема нашего выпуска – пожарная безопасность в лесах. Лес – наиболее привлекательное место для отдыха. После большого шумного города так приятно лесная тишина и прохлада, чистый воздух, особый лесной аромат. Отправляясь в путешествие по лесу, вы должны знать правила пожарной безопасности в лесах и неуклонно соблюдать. За их нарушение закон предусматривает строгую ответственность. В большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека из-за людской небрежности и преступной халатности, что составляет около 90% от всех природных пожаров. Причиной этому незатушенный костер, брошенный окурок, брошенная посуда в лесах. Постановлением правительства Российской Федерации 30 июля 2007 года под номером 417 утверждены правила пожарной безопасности. Вам необходимо знать, что при посещении леса в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой погоды, то есть пожароопасный сезон, в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в лесосеках, составленными порубочными остатками и заготовленной древесины, в местах подсохших травы, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров разрешается при очищенной полосе размером не более полуметра. Уходить от костра, не потушив его, до полного прекращения его тления. Бросать горящие спички и окурки. Использовать во время охоты пыжи из горючих и тлеющих материалов. Оставлять промасленные и пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, бумагу, ткань, вату и прочее, не предусмотренных для этого специальных местах. Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении лесных пожаров незамедлительно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления. Принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения. Самый простой и доступный способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Лесные пожары бушуют в основном в период жаркого и сухого лета, когда малейшее дуновение ветра способно превратить тлеющие угольки незатушенного туристами костра в страшное бедствие, в считанные минуты охватывающие большую огромную территорию. Чаще всего лесные пожары начинаются в самых сухих участках леса. Для этого созданы идеальные условия. В частности, в старых сосняках и ельниках, на выгоревших на солнце полянах и на скошенных лугах в стогах сена. Помните, самый опасный враг леса – пожар. Берегите себя и своих близких. С вами была телепрограмма «Гражданская защита».